краснодарский чай. Тут же предлагаю самогонку и чачу. Народные напитки Кубани. И самогонные аппараты они продают. Ну, самогонные аппараты не продаются, он чисто для рекламы. Театральная площадь, заключительный день Масленицы, народные гуляния, а вон шашлык, что-то еще, народные поделки там, мы не пойдем туда. Дети едут. Ну, впервые после зимы, да, открылись киоски. Хотя нет, некоторые работают тут. На сегодня побольше. Там страшилки какие-то. февраля, скоро 5 часов вечера, солнце уже довольно низко, но оно светит, и это прекрасно. Люди гуляют с собаками, с детьми. Микрофон прикрывай. И просто так. Народ идет вдоль кромки воды. Как на демонстрации, в ту и в другую сторону. Чуть громче. Основной сбор возле лебедей. Они всегда привлекают внимание. А море сегодня довольно спокойное, приятное. Так и кажется, что можно зайти и поплыть. Наверное, холодновато. Градусов, наверное, 6-8 вода. Да? Да. Ну, там проходит кормежка лебедей традиционная. А на Овчане даже продают зернышки всякие, зерновую смесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот вы моряк. Откуда молодой человек? Молодой человек? С Анапы, откуда еще? С Анапы. Конечно. Казак, моряк, что ли? Моряк. А, моряк. Оно и видно. О-моё. Молодец какой. Скажите, как вода? Отлично. Что отлично? Она 8 градусов, по-моему. Свежая вода. Да ничего, я и холоднее купался. Пока служил на Балтийском флоте. Че, подожди, пока выспишь? Ну, конечно, блин, я не буду сейчас мокрый. Вода работает. Не, вода холодная. Кафе «Элина» на набережной в парке развлечений. Вот такой вот антураж греческий. Вот здесь начало Кавказского хребта с первой ступеньки этой лестницы. Ну, там дальше горы, в сторону Российска пошло. Все. Прогулочная набережная. Здесь ходят, значит, тысячи курортников. Вот новое строение какое-то появилось.
Вот мы вышли на набережную. Кусочек метров сколько здесь? 300 облагороженной набережной. С фонариками. Оградой красивой, плиточкой. Красивейшие клумбы. Вон там фонтан «Жемчужина». Сиротливо он, конечно, выглядит без воды. Вода будет летом, тогда будет красиво. Вот, а на Пчаном проще погулять. А нам из Гастагаевской, чтобы тут погулять, надо 25 километров проехать. Но дело не в этом. Думайте, если будете переезжать, откуда вы едете сюда. Если, например, из Сибири, а тем более с Дальнего Востока, друзья будут редко вас посещать, да? Потому что билет сюда очень дорого. Не, ну а навчан тут немного гуляет. Так. Одни приезжие? Конечно, а навчане сидят по квартирам. Ну, не знаю. Ну, дети, конечно, гуляют, подростки. Наши вот родственники, которые в Кемерово живут, говорят... Не, родственники-то приезжают, чую я. Хоть и дорого, но приезжают. А вот друзья... Ой, так соскучились по вам. Ну, блин, нам гораздо дешевле слетать в Египет, в Турцию, в Китай. Дней на 10. Вьетнам. Вьетнам, да. Даже в Эмираты. И в Эмираты, да. А уровень сервиса несравнимый, конечно. Поэтому, да. Поэтому, друзья, не все могут приехать к нам. Ну вот, короче, подводим итоги прогулки. Прогулялись мы, Масленица, последний день. Народ гуляет в Анапе. Продают самогонку. 50 рублей 50 грамм. Но мы не пробовали. Не пробовали. На Театральной площади впервые в этом году развернули летнее кафе, столики, там стульчики. То есть народ мог посидеть. Достаточно приличная погода, хотя ночью было до 0 градусов, конечно. Ну, все равно тепло. Ну, сейчас градусов, наверное, 8-9 с плюсом. Ну, итогов недели сегодня не будет. В другой раз. Да? Да, и простите нас за это. И мало ли за что еще. Сегодня прощенное, прощенное воскресенье. Прощенное воскресенье, простите нас, да. И ты меня прости. И ты меня прости. Бог простит, и я прощаю. А, хорошо. Церковь в центре Анапы. Старая такая. В советское время она была, по-моему, домом пионеров. Ну, в 90-м, 91-м году вернули верующим. Хорошее место. Намоленный храм такой. Хорошо там ставить свечки.